Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Motorola Moto G 5G добавить отпечаток пальца. Заходим в настройки. Далее, безопасность, отпечатки пальцев. Нам нужно установить пароль, чтобы добавить отпечатки пальцев. Давайте выберем графический ключ. Нарисуем наш графический ключ. Нажимаем «Готово», «Настроить». Собственно, показывается у нас, что с правой стороны у нас находится отпечаток, точнее, сканер отпечатка пальца. Давайте настроим наш указательный палец. Отпечаток добавлен. Нажимаем «Готово». Давайте нажмем подробнее. Можем настроить жесты с кнопкой питания. Либо же давайте нажмем на отпечатки пальцев. Впишем наш пароль. У нас сейчас включена функция «Коснитесь, чтобы разблокировать». Давайте проверим, как она работает. Телефон разблокировался. Я не нажимал ничего. Как видите, когда я прижимаю мой палец к кнопке питания, если что, это одна и та же кнопка, то мигает мой отпечаток пальца. Чтобы его удалить, нажимаем на корзинку и нажимаем «Удалить». На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!